Сегодня в Макеевке около 200 водоемов, но ни один из них, по мнению санстанции и местных властей, не соответствует санитарным нормам. Вода в 31-м пруду грязная. На дне ветки деревьев, стекла и другой мусор. Беспорядок и на берегу. Однако здесь даже в будни отдыхают люди. В такой воде разве можно покупаться нормально? Так зашел, полоснулся немножко назад сразу. Нет, здесь не купаюсь, потому что экология хочет желать лучшего. Если бы почистили, завезли песок. Пускай бы даже платный был бы, но платили бы, мы знали бы, что вода чистая. В этом году городские власти нашли инвестора, который готов потратить деньги на очистку 31-го пруда. Первым делом здесь планируют спустить воду, избавить дно от ила. Сегодня его толщина около 7 метров. Когда дно высохнет, его покроют известью. Для того, чтобы это все, что мы будем выполнять, было безопасно и для тех, кто работает, и для тех, кто проживает рядом, ну, есть такие планы огородить место выполнения работ забором, поэтому просьба прежде всего их жителям, чтобы они не пугались и там не раздували всякие там слухи, мифы о том, что здесь там будет какой-нибудь там супермаркет строиться или еще там чего-то. Ничего этого не будет. Очистить планируют не только воду, но и пляж. Его оборудуют для комфортного отдыха. Но это уже планы на следующее лето. Поэтому пока коммунальщики не могут рассказать о подробностях благоустройства. Закончить очистку планируют в течение 2 лет. Первые работы начнутся уже в июне. Для того, чтобы доставить как можно меньше неудобств местным жителям, территорию планируют огородить забором. Однако резкого канализационного запаха избежать не удастся. Но местные власти заверяют, потерпеть придется недолго, зато потом можно будет наслаждаться чистой водой и берегом. Александра Христенко, Владимир Ребриков, «Панорама».